Акцию «Без интернета» проведут в кинотеатре «Горняк» 30 и 31 января. Школьники и студенты смогут купить билет на любой сеанс, кроме ночных, за 200 рублей. Также будет действовать скидка на попкорн. По словам организаторов, акцию проводят для того, чтобы отвлечь молодежь от социальных сетей. Да, в эти дни 30-31 января мы приглашаем всех школьников и студентов на любые сеансы, которые будут проходить в течение этих дней. Значит, к нам в кинотеатр. И с афишей можно ознакомиться на нашем сайте или в кассе нашего учреждения. В кинотеатре «Горняк» зрителям покажут премьеры фильмов в жанре приключения, фэнтези, боевика, фантастики.